К другим новостям. В Омске начали строительство третьего цеха научно-производственного предприятия «Спецтех». На заводе уже в этом году запустят новый стан для обработки труб с 3D-эффектом. Новые омские технологии будут внедрены на объектах таких промышленных гигантов, как «Росатом» и «Газпромнефть». Пока стройка инновационного цеха в самом разгаре, свою работу продолжают два других отдела спецтеха. Что выпускают там и есть ли рабочие места для мечей, узнала Анастасия Лаврова. Омский спецтех – единственный за Уралом, выпускающий детали для трубопроводов. Металлические изделия покрывают защитным материалом. Он позволяет сохранить конструкции в течение 20 лет в условиях с большими перепадами температур – от минус 80 до плюс 80 градусов. Омскими технологиями уже пользуются компании «Газпром», «Транснефть» и «Роснефть». Для омичей такие крупные сделки – это прежде всего рабочие места и налоги в региональный бюджет. Нам помогает и губернатор. Нам помогает и Министерство промышленности. С Министерством промышленности мы находимся вообще в контакте плотном довольно, потому что есть определенные решения определенных задач, которые направлены на усиление потенциала промышленного в Омской области. Промышленный потенциал – это и рабочие, которые осваивают и внедряют высокие технологии на российский рынок. Александр Солдаткин пришел на спецтех в момент его запуска. Начал с технолога, спустя 4 года заместитель директора. Стартовали с нуля, с установки оборудования, а сегодня осваивают госзаказы. Говорит, на развивающемся предприятии нужны руки. Квалифицированные рабочие сегодня на вес золота. Это самые распространенные, самые ходовые профессии. Несмотря на то, что они звучат по-простому, это разнорабочие, это слесарь по обработке, но однако к ним предъявляют очень высокие требования. За прошедшие 4 года штат завода вырос вдвое, а производство только за 2015 увеличилось на 48%. Новые перспективы открывает и запуск стана для сгибания труб с 3D-эффектом. И вот тогда омский холдинг несет свою лепту в международный проект России и Китая «Сила Сибири». Это строительство магистрального газопровода из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Анастасия Лаврова, Сергей Гаврилов, Антенна 7.